сейчас немножко его ослабили у нас, по крайней мере, на районе. Поэтому вот добро пожаловать. У нас как раз на сегодня завоз свежих триггеров для вас специально. Все, конечно же, специально для вас. Поэтому просто расслабьтесь и давайте будем начинать. Хорошо? Итак, первый наш самый замечательный, просто самый замурашивательный триггер — это вот такой вот специальный волшебный мурашительный браслет. Вот он такой, смотрите, какой симпатичный. Здесь, видите, есть такие чешуйчики, да, чешуйчики, они блестящие, кстати, они очень красиво блестят. Но мало того, что они очень красиво блестят, так они еще и издают просто шикарнейший, замечательнейший, обморошительнейший звук. Просто зацените, просто зацените, как классно. Мне кажется, это просто прекрасный звук. Вот, я готов слушать этот звук сколько только, сколько вот возможно. Знаете, вот как какая-то как такая штука, которую не хочется вообще выпускать из рук. Причем, заметьте, у нее с другой стороны есть такое специальное soft-touch покрытие. Soft-touch покрытие, которое не оставит неравнодушным. Равнодушным, вернее, не оставит ни одного любителя, ценителя soft-touch покрытия. Вы только-только послушайте, как оно мягенько. Я прошу прощения. Она еще новая и немножечко линяет. Вот она скоро полиняет, сбросит после первой линьки кожу свою и будет еще лучше. Ладно, я пошутил. Она, конечно, не живая, но наши ученые из лаборатории мурашек, они как бы, вот знаете, есть у змей такая вот фактура, да, чешуйчатая, да, как бы, вот они взяли, в общем-то, скрестили змею и браслет, и получился такой бразмей, вот, или змея-след, как вам больше нравится. Мы еще особо не придумали название для этого замечательного мурашечного триггера. Вот такой вот, такой замечательный триггер. Я думаю, что вам он обязательно понравится. Вы сможете его использовать не только как триггер, но и как браслет. Ну и, конечно, не забывайте про ультрамодные, современные нано-супер-медиа-тач покрытие. Да, вот это вот мягенькое покрытие, которое вы просто видели, как вообще классно. Очень-очень деликатное такое, прям все. Так, это был первый наш триггер. И его цена всего лишь один лайк. Один лайк, я думаю, что его каждый, кто захочет, его каждый сможет купить себе, да. Вы сможете сделать заказ, и мы вам доставим его домой абсолютно бесплатно. Доставка у нас. Можете делать заказ, только не забывайте его оплатить предварительным лайком, пожалуйста. Да. А вот, значит, следующий наш сегодняшний триггер. Это вот такой вот интересный, триггер. Это может вам показаться, что это пакетик на самом деле, но это новейшая просто разработка наших отечественных ученых-мурашологов. Это, смотрите, это мобильный пакет мурашет, который вы можете носить всегда с собой и триггериться в любом месте. То есть, смотрите, какова его основная функция. Он предназначен по большей части для таппинга. Вот здесь такая вот система, по которой можно делать таппинг. Но также и можно его сжимать. Тогда получается тоже весьма необычные звуки. Самое большое преимущество — это то, что вы можете взять его вот так, повесить на шею. Вот. Вы можете повесить его так на шею и носить всегда с собой. Причем, обратите внимание, у него есть как правосторонняя, да, ручка переноски, так и левосторонняя ручка переноски. То есть вы можете его носить как с одной стороны, так и с другой. Я вас уверяю, что вы не останетесь равнодушным и сможете всегда в дороге себя побаловать свеженьким, вкусненьким таппингом. Ну
Конечно же, у вас будет свой образец пакетика, который вы сможете разрисовывать, как вам будет угодно. Вы сможете даже нарисовать какой-то рисунок на нем. Вот. И я вас уверяю, искренне вам говорю, что это лучше, наверное, приобретение, потому что вы еще и можете вот так его, смотрите, разложить. Это же пакет трансформер. То есть это как, знаете, сейчас вышел Samsung Galaxy Fold, а это вот пакетик Fold. То есть его можно трансформировать в такую огромную шляпу. Смотрите, просто шляпа замечательная и просто прекрасно, прекрасно смотрится на голове. Причем вы можете еще вот здесь вот завязать завязочки. Видите, вот так завязываете бантиком для того, чтобы вам шляпа вот эта вот не слетала. А когда ветер дует, как бы, понимаете, да, эта шляпа очень хороша, она от солнца помогает. Вот, еще можно повесить туда мигалку, и если вы вдруг полицейский, например, да, вот, но вообще это очень крутой триггер, то есть вот, я весьма его рекомендую. Конечно же, можно еще такие вот звуки, ну и, конечно, если уж там очень хочется, то можно на него что-то положить, но зачем, как бы, но зачем? Составляет 38,5 лайков, да, по курсу, как бы курс немножко подрос, ну, потому что кризис, там все дела, вот поэтому 39 лайков, да, уже 39 лайков, ну что ж, надо быстрее покупать, завтра будет 50, понимаете, как бы сможете выгодно продать и на разнице как бы заработать даже. Вот, грамотные люди сегодня покупают пакеты Мурашета, а завтра становятся уже лайковыми миллионерами, понимаете меня, да? Можно, конечно, оптом заказать. Мы принимаем все, мы принимаем лайки, мы принимаем хорошие комментарии, мы принимаем подписки. Подписки у нас вообще по курсу по очень хорошему принимаются, поэтому, как бы, пожалуйста, вот, с удовольствием это все будем принимать. Так, прекрасно. Следующая наша новейшая разработка наших ученых — это вот такая ультра-нано-убер штука. То есть, как бы, это специальный чистейший горный хрусталь, который специально разработан нашими учеными был для того, чтобы мурашить вас просто по кругу изо дня в день. Смотрите, это специальный такой, видите, как бы специальный держатель, удобно его держать. Ну и вот так вот это таким образом вот держится. А вот эта вот поверхность, она является как бы резонатором, так сказать, то есть она резонирует. И это такой приятный такой металлический резонирующий звук, да. Вот только послушайте, да, прекрасно ведь, замечательно, прекрасно звучит, прекрасно, в смысле, как будильник. Ну что, какой будильник, это очень дорогая вещь, по ней можно делать вот такой таппинг, по ней можно делать вот такой шкрябинг, смотрите, вот так вот можно делать тоже, смотрите, как, вот очень-очень приятные звуки, да, такое какое-то шкрябанье, это все очень-очень приятно, послушайте, очень приятно, не правда ли? Конечно, сквозь него можно смотреть, это тоже очень интересно получается, смотрите, вы как будто видите нескольких меня, то есть, как бы, да, и еще вот такая карусель, то есть, если вы еще и, как бы, еще немножко выпили, то вообще прям круто, смотрите, прям вот так, да-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 да, скажите, классно, да, просто можно вот так замурашиться, просто вот так вот замурашиться, причем, как бы, эта штука не как бы не из дешевых, понятное дело, но она просто вот роскошная, элитная, я вас уверяю, она просто должна у вас быть. Вы только посмотрите, такая будет только у вас и у графа де Монте-Сори. А вот такое вот мы ему недавно просто продали, он очень...
очень известный, влиятельный человек во всей Монтезуме. Вот, поэтому вот, да, это у вас будет тоже такая вот штучка. Это очень, поверьте, очень экстравагантно будет смотреться. И не забывайте про вот эту вот функцию, да. Вот эта функция мне вообще нравится. Она можно и так использовать. Причем вообще, посмотрите, как классно получается. Просто функция калейдоскопа. Это вот для вертолетиков, знаете ли. Вот. Это вещь замечательная, элитная, лакшери, роскошная вещь. Стоит всего лишь 58 лайков. И она ваша. Я напоминаю, что лайкать вы можете не только это видео, но и все остальные. Поэтому, как бы, вот, да, можете налайкать там 58 видео, налайкать, и все. Мы вам ее доставочку доставляем. Бесплатная доставочка, я вас напоминаю. Вот, бесплатная доставочка, да, у нас действует, конечно, конечно. Вот, да, если вы купите нашу Uber Мурашилочку бонусом, мы вам дадим вот эту Maxi Мурашилочку, то есть она уже, видите, более максимально заточена под, под вот такие вот звуки. Ну и, конечно, эффект еще круче, вот такой вот эффект тоже кружения и так далее. Вот такая вот Maxi Мурашилочка. И последний триггер на сегодня — это вот такой вот прекрасный музыкальный инструмент. Вот, это очень элитный инструмент, а на нем играл сам ASMR Box. Вот только послушайте. Скажите, классно, мурашит-то. Ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!